Активисты волонтерского центра «Единой России» по оказанию помощи населению в связи с пандемией коронавирусной инфекции вместе с сотрудниками теруправления Кубинка продолжают вести разъяснительную работу в общественных местах, чтобы напомнить жителям о необходимости соблюдения масочного режима. Маска предохраняет в первую очередь того, кто ее носит. На сегодняшний день она единственный защитник от заболевания, которое может стать смертельным, подчеркнула исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Лариса Белоусова.